Всем привет! С вами снова я, ваш друг Иван Бро Юте. Вы на моем канале. Сегодня я создал новый проект. Он будет продвигаться на канале Ваня Про. Это мы достигнем 5К. Я уже умею играть, даже крутиться умею. Я очень быстро прохожу эти испытания, потому что я не нуб. Все равно, ребят, давайте я пройду испытание, пока вас на паузу поставлю. Итак, ребята, я прошел испытание. Дайте я ник придумал. Итак, ребята, да, ник живых нуб. Проект этот будет, ну так вот называться, так он будет называться Speedrun 5K. Да, ребята, Speedrun 5K, это мы пока временно, он так называется. Пока я не достигну 5 уровня. Хотя нет, он будет так называться, пока я не достигну 5000 кубков. Сейчас у меня 12%. Тихо-тихо, нашего убили. Короче. Ботам ничего нельзя доверять, поэтому... Да еще умрут. Ну вот, логично, мы выиграли. Ну и так, всех сейчас я на паузу пока поставлю. Итак, ребята, открываем. Ничего не выпадает. Да, ребята, откроем. Ну, логично, нашли. Бармен. Не, шапка целая. Ну, это хорошо. Так, у меня есть 10%, что мы можем за это купить. Давайте еще 12 монет выберем. Только чем шили. Пятый уровень. Давайте. Ну-ка, нам были. Ну ладно. Да, ребята, ну так, небольшой, потому что 10%, алло. Жмахну пока что. Давайте я переименую, когда на этом аккаунте будет хотя бы 2000 кубков. На ролики на нем, ну не так быстро, через день, наверное, будут выходить. Но я как получится. Как вам мой клип? И удаляю свой канал, но спор с Кириллом, поэтому... Наоборот, помните, какой у меня основной акт классный есть? Иван называется. Все помнят, кто смотрит мой канал, Иван Про Юте. Те его помнят. Тихо-тихо. Меня вынесли. Может, это Шелли хоть возьмёт гем? Короче, пошел за нашими гемами. Красава, красава, Шелли. Кстати, ее вы... Блин, ее вынесли сейчас. Розу надо было убить. Или Барли.
Выбираем. Теперь первые кубки не нашли. Когда появится шелдан, тогда вот. Открываем маленький ящик. Ну ладно, ребят, спасибо каждому за просмотр. С вами был Иван Про ЮТ или пока что жмых нупную. Всем покедова.